запрошення вот спасибо всем, кто пришел болеть к нам на арену, кто поддерживал. Благодаря этой энергетике ты настраиваешься на бой, и у тебя совсем другие мысли и настрои на соперниц. Поэтому я очень благодарна всем людям, которые пришли болеть. И эта медаль, как всегда, для вас, для Азербайджана. И я очень рада, что я нахожусь здесь, и все любят, ценят, и ждут от меня только за это. Вот ждали такую удачу, именно золотую медаль? Вот. Если честно, да, я хотела выиграть только золото, потому что весь сезон у меня был такой, везде первое или финал, поэтому здесь я хотела собраться в два раза больше, и то, что и сделала. Вот какой соперник был самым сильнейшим, самым тяжелым бой? Самая тяжелая была девочка из Египта, потому что я и проиграла в этом сезоне на одних соревнованиях, и это был очень волнительный бой, тем более он был первый. Если бы я его выиграла, то я бы выиграла уже золото. Если бы я проиграла, то невозможно, ну, не знаешь, как бы пошло дальше дело. Но по итогу боя я и проигрывала, но в конце, благодаря своему опыту, удалось найти такой удар, что переломила ход боя, и 4-3 у нее выиграла. Ну и дальше я уже знала, что никто меня не сможет остановить, и выиграла у всех остальных девочек и завоевала золото. Спасибо вам большое, желаем удачи. Медалки для Намана в Чечпан.